Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители сайта. Значит, испытываем новую печку. То есть печка, значит, из блока питания. Так. Из старого блока питания коробка и две лампочки на 100 ватт. Лампочки накаливания. Внутри. Вот они. То есть результат очень хороший. Печка-зверь. Вот смотрите. Видите, шипит. То есть можно кипятить воду на этом. Даже не надо ставить. Так как конфорка 2-киловаттная, точно так же она греет. И снизу, и сверху, вокруг. И вот выход. Отсюда тепло, отсюда тепло. То есть эта печка для Сибири. Для где там, где морозы. Вполне пойдет. На комнату 15-20 метров. То есть 1,5-2 киловатта мощность. КПД 1,5-2 тысячи. Ну вот. Тут даже спорить не надо. Потому что здесь больше 100 градусов. Видите? Сгорает сразу. Слюна сгорает. Вот еще раз. Все. И снова сухая. Поэтому применять можно. Применять можно. 200 ватт потребляет всего. А нагрев на 1,5-2 киловатта. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.